Привет, это канал IT User Help, и сегодня в этом коротком видео я хочу показать, как в браузере Google Chrome убрать черную тему и установить заново светлую тему, как было при установке. Для этого запустим браузер Google Chrome, и как видим, у нас установлена черная тема. Если вы хотите вернуть, как было после установки, то нажимаем три точки в правом верхнем углу левой кнопкой мыши. Далее переходим в настройки. Далее переходим в внешний вид левой кнопкой мыши. Здесь самым первым пунктом у нас идет темы. Мы можем сделать это двумя способами. Первый способ — нажать левой кнопкой мыши, перейти в интернет-магазин. Перейти в пункт темы. И выбрать какую-нибудь тему светлую. Нажать можно все. И выбрать любую понравившуюся тему. Либо можно вернуть светлую белую тему, как было по умолчанию. Для этого нажимаем сбросить. И наша тема снова вернулась по умолчанию. Если захотим вернуть темную тему, также в настройках переходим в интернет-магазин, поиски, вписываем английскими символами Just Black, нажимаем Enter, выбираем темы, и самая первая тема под авторством The Chrome Team, официальная тема. Нажимаем, и она установится. На этом все. Если видео было полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.